какая-то у Ксюши камера приближенная. Смотрите. Это скандал. Ну, прийти. Скандалистки. Ужас какой. Фу, правильно. Так, мы ждем нашу маме, нашего стилиста бесплатного. Потому что ибо времена такие, когда приходится зарабатывать. Закрытая личка, хочу катить по встречке. Никто не понимает, как сжимается сердечко. Твоя малышка была когда-то. Теперь удаляю твое фото из контактов. Больше я не напишу, больше встречи не ищу. Ведь это не интересует, я тебя в черный список занесу. И разбитая посуда мое сердце нарисует опять одна. Только небо знает, как же я любила тебя, тебя. Такого дурака надо поискать. Личку начал чек-чек, но не пишет точек. Ни словечко и ни запятых, ни пару строчек. Может, ты обижен, непонятно чем-чем. Ничего не знаю, села плакать в уголочек. Ай, больно, ай, больно, ай. Не отвечу, да, дизлайк. Больно, ай, больно, ай. Не отвечу никогда. Я будто кот и пес, и ты снова кусаешься. Ну что ж ты злая, ты моя зая. Я не могу с тобой дружить, когда ты лаешь. У тебя открыта рана, просишь залезать. Ой, не писал так долго, ты хотела покусать. Ты меня, меня, ты меня, меня. Ой, хоть ты злая, где-то все равно люблю тебя. Скажи мне га-га-га, я скажу тебе мя-мяу, га. Я скажу тебе мяу-мяу, как бы ни было, не теряй меня, набери ВКонтакте мое имя. Мудак найден. Личку начал чек-чек, но не пишет, отчел. Ни словечко и не запил.